Всем доброго дня и хорошего настроения. У нас в лифте пахнет, ну, я прямо не знаю чем, но то ли описались, то ли рыба протухла. Я вам потом расскажу нашу историю дома, что у нас за год случилось. Все очень неприятно. Поэтому у нас дом стал, как на вулкане живем. Все, видите, все полы мокрые. Я вам потом все расскажу. Длится уже эта эпопея целый год. Если кто заметил, у нас напротив двери, напротив квартиры двери замурованы, кирпичом заложены. Вот. Развернула на себя. Пойду, решила пройтись в центр прогуляться. Немножко сегодня одна, без Витали. Ой, с утра меня сегодня подняли, хотела выспаться. Думаю, высплюсь. А разница с Россией хоть и час, но я хотела подольше поспать. И меня разбудили. И по скайпу пилик-пилик-пилик-пилик-пилик-пилик-пилик-пилик. Ну, да кто уже это? Думаю, ну все, если сейчас нехорошая новость, если просто, не то, что нехорошая, если сейчас просто так мне звонят, просто от нечего делать, я думаю, я убью всех. Но позвонила сестра с хорошей новостью, с радостной. Я прям в таком, прям счастье, счастье, счастье нахожусь. Но сегодня вот погода, видите, вчера была такая же погода, сегодня. И я просто встать не могла с кровати, я просто залипла. Я сперва залипла на кровати, потом позавтракались, переместилась на диван, залипла там. И говорю, Виталий, говорю, все, не могу, ничего не хочу делать. Ну, вообще не хочу ничего. Говорю, вот легла, укрылась махровым халатом, включила аудиокнигу Алексея Арбузова «Сказки старого Арбата». И спектакль шел, знаете, как раньше в детстве под радио. Вот я включила вот это 75-го года, по-моему, сказали, спектакль. И я вот лежала, и слушала, и дремала. Девочки, я вам рассказываю не потому, что я... Что у меня, да? Балабушечка, Виталий, нету, перескакиваю с мысли на мысль. Говорю, что я слушала не потому, что хочу похвастаться, что я такая умная. Вот. Нет, вот просто у меня сегодня такое настроение. Я открыла в Гугле, набрала аудиокнигу, книги нашла онлайн, что сразу можно, не скачивая, слушать. Там стоят впереди мальчики, видят, что я иду, держу камеру, и все, сейчас молодые сейчас зависнут, будут смотреть. И в общем, нашла просто онлайн, что можно посмотреть, открыла страничка, и там огромный список всяких книг выпал. Список выпал. И я, в общем, посмотрела, и мне вот сердце просто захотелось, я не знаю, «Сказки старого Арбата». Думаю, вот под них хорошо будет лежаться так вот, дремать. А вообще я люблю детективы. Книги-детективы, фильмы-детективы, сериалы-детективы. Я сейчас смотрю сериал детективный, начала смотреть, называется «Черный список». Его смотрю вечером, так, перед сном. Я вообще обожаю детективы и не люблю любовные сериалы. Ой, что-то выпало. Не люблю любовные сериалы, это когда... Такая, знаете, размазня соплей, слезы там. И еще такие бывают, меня так раздражают, когда это такая тягомотина, и когда уже все, ну, такие глупости показывают. Ну, прям смотришь, думаешь, ну идиот, ну кто вообще такие сценарии писал? Или на ходу сочиняет? Ну, это я вообще смотреть не могу. А детективы, ну, тоже не все смотрю, которые нравятся, которые не нравятся. Но вообще, как бы, любитель детективов. Так вот, говорю, полдня я залипала на этом диване, отдирала себя. И в конце концов я нашла себе причину, чтобы выйти на улицу. Потому что я думаю, что если я сейчас не встану и не пойду, не прогуляюсь, то я к вечеру буду, ну, просто как амеба.
Я сказала, мне нужна краска для волос, буду краситься. Вот. Мы вчера хотели с Витали поехать за краской, но машина сломалась. Вот. И я сказала, я пойду сегодня сама одна в город, мне срочно нужна краска для волос. Поэтому я себя подняла, привела в порядок и пошла. Ай, красавица, волосы в разлет. И пошла в центр за краской. Ой, рука устала. Рука бойца колоть устала. Вот. Что еще сегодня у меня произошло? Сейчас вспомню, скажу. Если что вспомню. Ребята, наверное, тренируются, играют, потому что как бы дом, не клуб, не что такое, дом закрытый, ставни, двери, все закрыты. Ну, может быть, один тренируется парень, может быть, это под этот. Но барабан так звучит, барабан слышно, ударники настоящие. Музыка, может быть, идет та самая, а ударники. Так, иду-ка я сюда. Ударники настоящие. Что-то как-то тихо, никого нету в городе. Я что, может, зря иду? Хотя у нас на задворках всегда так тихо. В центре там еще по выходным народ тусуется. Вот. А здесь что-то совсем как-то тихо. Сейчас мы уже подходим к зоне, где идут наши магазины. Их, правда, немного. Здесь нет Зары. Есть Радивариус. Ну и такие по мелочи магазинчики. Ничего особенного. Вот мы зайдем в Страдивариус с вами. Возьмем, может быть, что-нибудь померить. И мне здесь еще нравится один магазин, с которым я эту покупала свою. А, и, кстати, и кофту эту. Кстати, кофту эту тоже я покупала. Но там, в этом магазине, там интересные такие вещи есть. Вот там, в этом магазине, зеркало находится в зале. И представляете, в примерочную идешь, одеваешься, а в зал выходишь смотреться в зеркало. И бывает так, что ты одета в платье, а тебе нужно померить блузку. И такой пастус получается. И не знаешь, как выйти из этого положения. Приходится не мерить. Вот так вот они теряют клиентов. А в Страдивариусе мы сейчас что-нибудь наберем. Мне главное не пройти в него. А то я такая ворона, я могу прокараулить. Вот, видите, наши вот такие магазинчики. А, мне надо же сюда, мне надо же краску для волос. Пошла я.
Вышла из магазина, там музыка играет, поэтому показывала наряды молча, ничего не обсуждая и не говоря, но, честно, вообще, ну, зашла, ну, ничего вообще не понравилось, а чтобы вот взгляд упал, сказал, о, классно, просто взяла померить, чисто, знаешь, там, поржать. Ни один, ни второй комплект не понравился, а в горошек взяла джинсы померить и в горошек блузку. Так вообще пижамно смотрится стрёмно. Ну, я так поняла, горох нынче в моде. А, еще хотела, думаю, интересно, такая стою примерочной. Стою в примерочной. А, зашла в примерочную Страдивариус. В Барселоне я не помню, есть такой или нет Страдивариус. А вот здесь у нас так заведено. Заходишь, ну, она считает, сколько у тебя вещей, потом проводит тебя до, скажем, примерочной. И там черная такая досочка. И она на ней пишет, как тебя зовут, спрашивает. И пишет, допустим, Марина, да? Я вот сейчас стою, она опять написала, я такая стою, думаю, ну зачем? Потом слышу другой, как бы спрашивает, ну она у всех, ну, смешно. И потом, и стою, как бы размышляю, переодеваюсь, меряю вещи и размышляю, зачем она это делает. И думаю, ну если я там вещи украду, да, ну что ей там имя даст мою, Марина? Думала, думала, я пришла к такому выводу, что, скорее всего, это делается для того, что люди сами оставляют вещи примерочно, потому что я пару раз оставляла очки летом. Снимаешь, кладешь их на стульчик, пуфик какой-нибудь, переодеваешься, а потом сумку берешь, а про них забываешь. Я пару раз возвращалась. Ну, я тут уже вспоминала, я только выходила, тут уже вспоминала, поэтому за мной никто в примерочную еще и не заходил. И я один раз зашла в примерочную, там лежал телефон сотовый. Такой, правда, весь разбитый, разбитый, разбитый. Но я только зашла, тоже так, девчонка, видно, вышла и тоже сразу спохватилась. Я только зашла, даже переодеваться еще не успела. Я его взяла в руки, хотела продавцу отдать. Ну, не продавцу, а кто там пропускает в примерочной. Только взяла его в руки, хотела развернуться, и девчонка бежит там. Типа, это мой телефон. И, в общем, я пришла к такому выводу, что они, скорее всего, если кто-то забывает вещи, да, они передаются продавцу, то ты приходишь, вспомнишь дома, там приходишь и говоришь, о, я забыла очки. И они говорят, так, как тебя зовут? Они уже видят, под каким именем было оставлено, чтобы кто-то другой не пришел, не забрал. Под каким именем. Ну, по крайней мере, у меня такое предположение. Может быть, у вас другое. Напишите, может быть, кто-то точно знает, работал в магазине и также делал, для чего это. Вот здесь вот мы с вами гуляли в прошлую субботу на этой площади. Ну и в эту субботу тоже так же было, просто все уже убрали. Здесь стояли ряды с одеждой. До обеда они стоят от 2 часов, потом все уезжают. И вот детвора развлекается на площади. Все собираются сюда, со дворов. Опа. Все, я уже погуляла, мне уже полегче стало, так, свежего воздуха
глотнула, растряслась вроде. И... А то же вообще меня хоть лопатой отшкрябывая от дивана было сегодня. Глаза вообще не разлепить. Вот, и вроде не сплю, а такое состояние, как у амебы. Ладно. А, да, я вам еще покажу это самое. Краску для волос, которую я купила. Чуть попозже. Так, я уже пришла домой с полной сумкой. Нам абрикосиков чуть-чуть купила. Так захотелось. Капусточки купила. Борщ варить. Какая-то она странная капуста. Крепкая вроде. Что-то черное. Внутри непонятно. Ладно, обрежем. Так, и вот такую я купила краску. Если кому-то интересно, какой я пользуюсь. Я ей уже пользуюсь давно. Не знаю, лет, наверное. Не знаю даже сколько. Ну, немного. Но лет 5, наверное. Я вот пользуюсь именно этим номером. 535 шоколад. Там не горький шоколад, не черный шоколад, не какой-то там еще вот такой вот. У меня даже специально в сумке есть, сейчас покажу вам, бумажка, по которой я ориентируюсь. Вот. Она со мной уже не знаю сколько лет. И вот я отсюда взяла, правда, другая девушка на картинке, разная, но номер тот же. И вот я тогда отсюда взяла, вырвала из журнала «Шоколадная глазурь». И вот с ней так и хожу, и до сих пор так вот она выглядит. Я так поняла, она разного цвета. А, это разный шоколад. Миндаль. Вот шоколад. Угу. И вот я с ней все время хожу и по ней ориентируюсь, если я забываю, какой номер. 535. И здесь. Так что, девочки, будем краситься. Красоту наводить. Так, ну все, девчонки, я на этом с вами прощаюсь. Сегодняшний день мой прошел вот так. Закончился вот таким образом. Сейчас будем есть абрикосики. А завтра будем варить борщ. Все. Всем пока, до скорой встречи.